Соревнования проходят в лесу рядом с бывшей базой отдыха Москокса. И надо сказать, что даже добраться до места проведения – это уже спортивное достижение. После продолжительного марш-броска по пересеченной местности попадаем на поляну. Здесь административный штаб. Место, где есть электричество и другие блага цивилизации, вроде интернета. В организации соревнований по безопасности – безопасность прежде всего. О ней позаботилась администрация Ленинского района. Естественно, мы обеспечили охрану. Здесь дежурят постоянно сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи. Они тут круглосуточно. Вот. Мы обеспечили их теплогенераторы, генераторы бензином, чтобы здесь был всегда электрический свет. Находимся на этапе предстартовой проверки. Именно отсюда все и начинается. Командует здесь Полина. Спортивным туризмом занимается уже 10 лет. Сюда приехала из Домодедово судить соревнования. Без ее вердикта попасть на полосу нельзя. Есть определенный перечень личного снаряжения, группового снаряжения, которое команда должна предоставить, которое должна с собой взять на этап. Это все проверяется. Аптечка, ремнабор, то, как ребята во что одеты, как у них завязаны системы. Это все проверяется. Проверяется знание границ полигона, за которые они не должны выходить, в случае, если они вдруг потеряются, не смогут сориентироваться по карте. Получив добро от Полины, команды переходят непосредственно к соревновательным испытаниям. На старт, внимание, марш! Дисциплин много. Это и спортивное ориентирование, и полоса препятствий, и проверка навыков оказания первой медицинской помощи, и многие другие. Порой очень сложные. Но это, ребят, не пугает. Соревнования были очень трудны, на самом деле. Сначала нам дали азимут, мы пошли по тропинке и вышли просто куда-то на поляну. Потом нас подобрал судья. Что конкретно было сложно? Болото. Ой, да, было по болоту идти. Там вода и очень неудобно было. Все мокрые, было тяжело. Никто не утонул? Ну, я пару раз упал, а так нормально. Я вообще первый раз в этом лагере. Мне очень понравилось, так как мы здесь очень много чем занимаемся. Разжигаем костер, сами готовим, играем в разные игры, и это очень увлекательно. Все время проведения соревнований, а это 2 дня, ребята живут в лесу. Умение организовать быт – тоже один из этапов конкурса. У нас есть палатки, есть место, где мы готовим пищу, есть место, где мы храним свое специальное снаряжение. К великому сожалению, не во всех школах есть специальное снаряжение, необходимое для этих соревнований, поэтому его предоставляем мы. Лагерь Видновского художественно-технического лицея – один из самых образцовых. Палатки со спальными мешками, импровизированный умывальник, кухня. Главный здесь Кирилл. Он турист опытный, поэтому кормить спортсменов доверено ему. Первым делом просыпаешься, да, это умываешься, как обычно, вот. Потом разжигаешь костер, ставишь кипятить воду сразу, ну, чтобы был кипяток, чтобы чай там, все остальное. Сегодня в меню полевой суп, а в ингредиентах картофель, тушеная говядина и макароны. Сейчас мы попробуем, как это на вкус, Кирилл, можно, да? Да, конечно. Это правда очень вкусно. Спасибо, Кирилл. Пожалуйста. К соревнованиям прилагается вся романтика походной жизни. Песни у костра, новые знакомства, впечатления юности, которые запомнятся на всю оставшуюся жизнь. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.